на месте. Мы приветствуем Виталия, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Не знаю, что там от Виталия, в нем конструкция на конструкции, я его не вижу тоже. Зато вижу жирного ящера, закрывающего все биополе черным цветом. Ответа не слышишь? Нет. Хорошо, силы мы его намерим. Вытаскивай этого ящера, кидай его в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Хрипит. Считай цифры над головой этого паразита. 386. Отлично. И на голове у него что-то с ними еще. Сил моего намерения снимаю эту подключку над головой, отключается полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора, летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. У него как кастрюля, грубо говоря, в области глаз вкрученные такие подключки. Отключается? Да. Готово. Хорошо, мы еще раз обращаемся к Виталию. Виталий, вы даете нам разрешение на работу? Он на себя показывает. Почистите меня, пожалуйста, у него все тела пробиты. Все уберем. И у вас сегодня будет возможность вернуть все эти боли, которые вы получили, вот этому паразиту, который вам причинил эту боль. Вы готовы такое сделать сегодня? Да, он готов. Он говорит, я уже дышать не могу нормально. Все будет хорошо. Все сейчас решим. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Виталия, под ногами 360 градусов вокруг него. В теле Виталия находит все. Ну, у него еще рептилоид, два грея, это их подключка, суккуб, бес, все. Хорошо. Какой бес? 8. Хорошо. Сколько бес находился в биополе? 5 лет. Понял. Суккуб, сколько ты находился в биополе? 4. Хорошо. Рептилоид и два грея, сколько вы находились в этом биополе с вашей кастрюлей, колпаком? Значит, у них еще есть в теле подключки. Кроме колпака, конструкция дальше идет. Они ответили на мой вопрос? Они 17 лет в нем. Кто вам давал разрешение находиться 17 лет в биополе? У вас есть контракт какой-то с ним на эти эксперименты? Грей говорит, есть. Все прописано черным по белому. Хорошо, будем разбираться. Сколько находился ящер в этом биополе? 6 лет. Конструкция сколько стоит? Около 5 лет. Вернее, больше 5. Эта конструкция – это как его дом. Сегодня будем со всеми разбираться. У кого еще есть контракты с Виталием, кроме рептилоида? Ни у кого. Через эгрегор какое-то пришление. Хорошо, через эгрегор. Поехали с реверсом. Я даю команду тонкой копии Виталия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной и низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных послеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Виталию. Но у него конструкция не вся вышла, еще она есть у него. У него вышла только верхняя часть. Хорошо, я даю команду сканеру полностью просканировать сейчас Виталия и вывести полностью всю конструкцию. Пошел процесс. До последнего чипа датчика отключается эта конструкция, выводится и отправляется в клетку тюрьмы, там, где первая часть находится. Пошел процесс. Слово идет остов. Остов, то есть он идет по позвоночнику. Утяжеляет его. Угу. Это конструкция рептилоидов, да? Да, она вышла. Отправляя ее в клетку-тюрьму к той части, которая принадлежит к ней, выстраиваю еще один канал к этой второй части конструкции и реверсом в нее отдаю весь негатив, который пришел от конструкции. Пошел поток мощный назад. К ней возвращается боль. То, как они ее устанавливали, он просыпался в поту. Кто именно? Рептилоид Грей. Рептилоид и Грей. Хорошо. У вас сегодня будет замечательная возможность рептилоид с Греем испытать, как работает эта установка на вас. Считай, пожалуйста, информацию, сколько эта конструкция забирала энергии из 100. Пошел ответ. 80. 80%. Отлично. Вы сегодня потеряете 80%. Ждем окончания реверса. Знаешь, к ящеру возвращается грязь такая. Черная какая-то коричневая.
И мысли грязные тоже туда идут. Мысли ящера, так идет слово. Мысли ящера — это грязные мысли. Хорошо, все назад забирай, паразит. А от рептов? Энергия этот. Считай цифры у рептилоида на голове. Что-то мне это непонятно, этот тип. 102. Ты кто, военный или ты лаборант? Лаборант. Лаборант, ну хорошо. Сегодня научится чему-то новому вместе с Греями. Закончился реверс. Грей, я посмотрю по степени вашей вины. Я притяну сегодня вашу тарелку к каналу, и вы все будете наказаны. А не в тарелке? Не в этой тарелке, а в той тарелке, где находится твое тело. Я ее сейчас прекрасно вижу. Мне говорят, что нельзя так жестоко. Ну а ты делал 17 лет что? Я делал с его согласием. Вот мы сейчас посмотрим, как он подтвердит это согласие. Было оно дано обманом, кем ты предстал перед подписанием договора. Я уверен, ты не был Греем стоящим. Ты кем предстал, скажи-ка мне сразу, пока я монитор не поставил. Я сейчас увижу все. Религиозный Грегор. Религиозный. Просил. Слушай, вот сейчас ушло с него грязь, это его более-менее видно стало, у него руки связаны. На магию щиколотка. Похоже? Или кто? Или нет, это беса работа? Суккуб. Хорошо, разрезаете ленты. 1, 2, 3. Летят в соседнюю клетку. Да, есть. Выстраиваю канал и к этим артефактам, реверсам отдаю. Есть негатив, который он получил от них. Пошел поток. Но к ним нет негатива, негатив к суккубу ушел. Отлично. Открываю портал в галактическое ядро. Под этими веревками они уходят на переработку. Меньше будет. Можем идти дальше? Закончился реверс, да. Хорошо. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Виталий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает. Виталий себе обратно, он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Ящер, когда пришел, он выгнал арахноида. У него был арахноид, да, ящер. Ну, это было 6 лет назад. Считай информацию, как воздействовала эта конструкция рептилоидов игры, рептилоида Игреев на него, что он ощущал? Значит, он ощущал тяжесть, во-первых, в теле. Эта тяжесть давила на ноги. А сам он был легкий, потому что ящер отсасывал у него. Он терял вес из-за ящера. В том числе массу, да. Хорошо. Значит, Виталий, вы теряли массу из-за ящера, его конструкции. А вот эта тяжесть, которую вы ощущали, она идет от конструкции рептилоидов и Греев. Вы помните эти чувства? Да. Отлично. Мы сейчас к ним вернемся, дождемся окончания. Он говорит, что я варикоз заработал с этой конструкцией. Тяжесть влияла на сосуды. Все верно. Так и есть. И сегодня ответственный будет отвечать за это. Мы им вернем всю эту боль сегодня. Справедливость всегда восторжествует. Что идет из конструкции еще ящера? Посмотри, что он воровал вместе с рептом. Но у них энергия идет очень много, светлой энергии возвращается, и от рептилоидов еще идет частички души. Биоматериал есть? Ах, вот как, рептилоид. Биоматериалов нет. Значит, частички души ты даже воровал. Ну, свет идет, и энергии идут, возвращаются по чакрам. Они ему транслировали вот от этой кастрюли. У нее такие большие черные, как глаза, круглые диски. Они как всверлены были в глазах, которая шла, да, трансляция через нее шла. Закончился реверс. Отлично. Значит, мы все забрали, свое по праву. А теперь мы сделаем следующее. Виталий, вы эту боль помните, энергии у вас сейчас мало. Даю команду, на счет 3 открываю поток энергии для Виталия. 100% даю ему. 1, 2, 3. Пошла энергия. Энергия ему поступала, но она сразу отсасывалась. Он Конечно. Говорит, я уже не помню такое количество. Хорошо, все сейчас решим. Это только для работы мы сегодня вам стоп. Отлично, подхожу к Виталию, если ему не хватает еще энергии, дополнительно помогаю. И, Виталий, сконцентрируйтесь на этой боли, которую вы получили от конструкции рептилоида Игреев и от конструкции ящера. И на счет 3 прямо им каналы выстраиваю к рептилоиду Игреям и к ящеру. По этим каналам сейчас отдаем всю эту боль, которую вы получили за 6 лет, которая стояла конструкция ящера. Вы эту всю боль возвращаете ящеру назад на счет 3, 1, 2, 3.
Пошел мощный поток, вся боль, все, что он ощущал, испытывает ящер. Полностью, до 100%. Точно такой же поток даю рептилоидам и двум греям за 17 лет насилия в этом биополе. 1, 2, 3. Пошла вся боль в течение 1 минуты. Они все испытывают на себе. Да, будет так, а так и есть. У них контракт. Хорошо. Не возвращается к ним, да? А к ящеру? Идет. Хорошо. Значит, тогда ждем, пока к ящеру закончится. И аннулируем сразу контракт. Но он пыхтит, хрипит. Еще в 100 раз усилию. За 1 минуту всю боль получаешь за 6 лет. Все, что ощущал Виталий, ты и чувствуешь. Готова ему, что самому от себя противно. Это его проблема. Поехали дальше. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Виталий должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят. Активные подсвечиваются. Ну, активный один у него. Отлично. Хорошо, поставь монитор вот с этим рядом с контрактом и посмотри, как он заключался. Просьба у него была. Кому? В пустоту. Просьба была в пустоту. Ее взяли рептилоиды обманом. И кем они предстали? Никем. Они не выходили на связь. Он попросил, он получил в течение этих лет. Его жизнь наладилась и устроилась. Что он получил? Благосостояние, идет слово. Хорошо. Спрашиваем сейчас, кто посылал ему негативные мысли? С кем он общался в голове? Кто ему отвечал на вопросы? С ними. Не понял. С рептилоидом. С рептилоидом он общался. Понятно. Хорошо. Значит, это рептод. Спрашиваем сейчас Виталия, готов ли он расторгнуть и аннулировать все эти контракты? Готов. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Идет что-то? Да, идет энергия. Они стержень у него забрали и поставили свой. Вот же ж паразиты. Ну, хорошо. Стержень его души. Готово, вернулась. Отлично. Открываю воронку в галактическое ядро и произвожу сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Аннулировано. Надеваю эту конструкцию на рептилоиды и двух греев. 1, 2, 3. И включаю на отток энергии 80%. Пошел процесс. Сколько забрали, столько у вас заберут. Ну, оделась она на рептилоида, лаборанта. И у него идет сильнейший отток. Грей наблюдает. Он как пустой стал. Бывает, снимаю эту конструкцию. Ну что, греи, готовы? Нет, они не хотят ее. Ну как же, 17 лет. Они впечатлены. Да? А 17 лет этой боли, как вам вернуть назад? Вы что думаете, вы так пришли, туристы, посмотрели, нагадили и ушли или как? Отвечать надо за свои дела. Грей получает удары по 50 тысяч герц каждый. 1, 2, 3, пошли удары. Хватит с них. Готово. Итак, без, есть лярвы в биополе? Да. Где? У него на лице лярва. Откуда она там появилась? Конструкции. Понятно, хорошо, без, ты хочешь эту лярву получить? Да. Значит, тогда давай выходи сейчас, снимай все, что ты оставил, рассказывай, как оно действовало, как закончишь, доложи мне на месте, что ты закончил, я дам тебе отдельную команду на лярву. Приступай. У него утяжелители на ногах стоят. От беса, понятно. И ко всему еще эти утяжелители, это, конечно, класс был. А он говорит, а что мне делать, я только так свой негатив мог получить. Ты, в принципе, меньше всех здесь вреда, по-моему, сделал из них всех, хотя тоже немало. Бес, разрешайте забрать эту лярву, забирай все, аккуратненько вытаскивай, приступай и возвращайся назад. У него еще лярва есть, на ногах есть лярва. И на ногах тоже снимай, конечно. Готово. Отлично, хорошо, иди в клетку. Выходит суккуб, снимает все, что он оставил еще в биополе, отключается полностью, возвращается назад без глупостей. Лента на руках у него. Еще какая-то энергетическая шаль. Шаль он ее называет на плечах. Это что значит? Ты закрывала ее от кого-то? Чтобы не мерз. А, чтобы не мерз. Ему постоянно холодно было. Это от тебя было холодно? Нет, холодно было от оттока энергии. Хорошо. Шаль он накрыл. С какой целью? Он его пометил таким путем. Понятно, хорошо. Он все снял. Так, Грей, что-то осталось на вашей чистоте? Все, что вы из ваших установок, посмотри. Нет.
Ящер, еще что-то осталось на твоей чистоте? Нет. Хорошо, бес. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Тогда мне расскажи чуть больше о нем. Какие черты характера тебя больше всего притягивали в нем? На что ты зашел? Что ты усиливал? Негатив усиливал. В нем много разных грязных негативных мыслей. Его собственные или это транслировались ему рептилоидом и Греем вместе с ящером? Это то, важно? Что транслировалось, он все кушал. Понятно. Все, что ему транслировали, он все кушал. Понятно. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Виталия, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел. Вы хотите расстаться с этими энергиями, вами сгенерированными? Да, он с удовольствием расстается с ним. Отлично. Сворачивай энергии в шар. Бес забираешь? А он говорит, злость или ко мне. Отправляю бесу. Ну вот. И хорошо. Он говорит, что он в доме находится. Ты еще в доме находишься. Мы сегодня будем... Кто еще в доме находится из присутствующих? Рептилоид. Два Грея. Репт и два Грея. И бес. Хорошо. Значит, эти трое вернутся тогда в дом и будут снимать все, что там есть. Мы сегодня чистим и дом. Хорошо. Открывая сейчас портал в дом бесу. Один, два, три. Бес уходит в этот портал, собирает все, что там осталось, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, суккуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Суккуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Суккуб в шале так и ушел. Ну, хорошо. Так, у нас остался ящер и вот эта конструкция, да, Вера? Рептилоид и Грей. Рептилоид и Грей. Рептилоид и Грей уйдут сейчас тоже в квартиру. Открывая сейчас портал в квартиру. Один, два, три. И рептилоид с Греями уходит в этот портал, снимает все, что там оставили, дожидается меня. Я проверяю и отпускаю на вашу чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ящер 386 из конструкции. Массивнейшее воздействие. Она говорит, что жаль, что вы не умеете защищаться от этих паразитов. Они заберут ящера. Да, к сожалению, 99,9% даже не знают о их существовании. Готово. Хорошо, отлично. У нас конструкции остались, да? Да. Открывая портал в галактическое ядро и все, что находится в клетке, все конструкции уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, поехали дальше. По частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Виталий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после всего? Великолепно. Легко и просто. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все энергии перешли на физический план. Наш администратор перешлет вам дальнейшие указания и рекомендации по заправке энергии и скидывания негатива. Мы очень вам рекомендуем скидывать негатив и заправляться энергиями. Чем это заканчивается? В противном случае вы сегодня видели, и как вы поняли, когда вы кого-то в молитве о чем-то просите, вы должны конкретно указать, к кому вы обращаетесь. Если вы обращаетесь в пространство, приходят рептилоиды и Греи. В лучшем случае. В худшем приходят ящеры и гуманоиды. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виталия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отлично. Отключаемся от объекта.